Всем привет, это Радиошоп. Хочу вам показать такой простой инструмент. Ну вот понадобилось мне на выходных, пробежался по строительным магазинам, ни в одном, 4 штуки обошел, ни в одном наличии не оказалось. Пришлось заказать у себя же, дождаться доставки и заодно покажу вам. Это кернер для перенесения центра отверстия. Есть у нас наборы разные от 6 до 12 миллиметров. У меня сейчас в наличии 6, 8 и 10 миллиметров, 6-миллиметровые идут в наборе. Цена у них за одну штучку там 20-26 гривен. В наборе они идут по 4 штуки, то есть наборы 6-миллиметровые стоят 80 гривен, 8-миллиметровые 96 и 10-миллиметровые 112. Самым интересным оказался вот этот набор. Мало того, что здесь идут кернеры для разметки центров, здесь идет еще десяток шкантов, но шканты здесь, честно говоря, не особо хорошие, на ощупь прям как пластиковые, хотя это дерево, ну такое. И есть сверло. Сверла, в принципе, у Ята нормального качества, они дешевенькие, но сверлить ими можно, и не десяток отверстий, а сотню точно, только тогда она начинает тупиться. Какое они положили в набор, сказать не могу, потому что я его еще не использовал. Будем надеяться, точно такие же, как и продаются отдельно. И что самое интересное, есть в наборе ограничитель. Сам этот ограничитель купить очень трудно, его, как и эти кернеры, очень редко магазины офлайновые держат в наличии. Поэтому приходится заматывать сверло скотчем, изолентой, делать пометки маркером. С ограничителем физическим все-таки лучше. Тут же идет шестигранник, чтобы можно было легко зафиксировать ограничитель. Выставляете, допустим, себе любую длину, которая вам нужна, на глаз, либо используя измерительный инструмент, зажимаете, и все, можно сверлить. Единственное, что на резьбе он держится не особо ровно. Надо постараться, чтобы плоскость ограничителя совпадала с плоскостью той поверхности, которую вы будете сверлить. Но теоретически этого и не требуется. То есть вы дошли до момента, где стоит ограничитель, все, сверление прекратить. Если говорить о самих кернерах, качество здесь отличное. Здесь идет шлифованная поверхность, и при вставке в уже выстроенные отверстия они не будут шататься, то есть тут идеальный диаметр, идеальное идет перенесение центра. То есть в кернерах за 5-6 гривен, которые можно купить на AliExpress, очень часто такого не встретишь. Либо сама поверхность шероховатая, либо центр неправильный и так далее. Кроме таких кернеров, у нас есть еще обычные разметочные. Они идут в цене от 50 гривен, зависит от диаметра, длины самого кернера. Что интересно, здесь очень хороший металл, их можно использовать как зубило, но надо помнить, что если действительно что-то выбивать этим кернером, то центр не будет идеальным. Вот эта заточка, которая идет заводская, она идеальная по центру самого инструмента. Если вы будете использовать как зубило, естественно, центр собьется, плюс может где-то заточите. И такой центр при ручной обработке очень трудно сделать. Все-таки, если хорошее оборудование и инструмент делается с соблюдением технологий, здесь центр будет идеальный. В общем, вот такой инструмент. Спасибо за просмотр. Лайки, дизлайки, как всегда, приветствуются. Оставляйте комментарии. Всем спасибо. Всем пока.